Warning. Warning. UFO detection. Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте. Начинаем, конечно же. Ух, я ж в предвкушении. Так, пришлось фильтр поставить изображение, потому что OpenGL только хочет снимать, а обычный не хочет снимать. Будет в 1280 на 720. Я играю в окошке, но оно должно, по идее, растягиваться. Я вроде бы пробовал, кажись, все будет хорошо. По звуку будем регулировать, если что-то громко, вы мне просто напишите фидбэк. Ну, пока что чуть-чуть сделаем меньше. Вот, как-то так. Выстрелы, это все понятно. Управление понятно, глобус все включил. Это нас не особо интересует. Подсказки у нас все это будет. Стрелки, очки действия, да. По дополнительным штукам, вот что нам важно, что важно здесь, ну вот эти все моды. Свободный дизайн первой базы я включил, чтобы самому ее построить. Принудительный запуск. Летательные аппараты можно запускать, даже если не готовы, потому что это логично, друзья. Если недозаправлен, но нужно, нам это будет нужно. Реалистичное освещение земного шара, пусть будет, не знаю. Транспортировка своим ходом. Да, да, это можно перетранспортировать тоже. Ну, возможно, понадобится. Исследуемые вещи будут расходоваться. И боевые повышения. Это тоже важно, чтобы мы тут бюрократию всякую не разводили. Наши бойцы будут повышаться только если будут летать на миссии. Далее, параметры солдат в инвентаре будут отображаться, чтобы было мне понятнее. И улучшенные спрайты солдат, не знаю, что это дает, но говорят, что очень будут они красивенькие модельки. Сохранять предварительно взведенные гранаты, ну я думаю, это логично, чеку засунул или нет. Высоту взрыва я поставил троечку, чтобы оно взрывалось, ух, в объеме, так что взрывы будут отличные. Автозавершение боя я тоже включил, чтобы не искать последнего пришельца. Плавное слежение за пулей, конечно же, и игнорировать линию огня через Ctrl, да. Самое важное, и пришельцы истекают кровью, конечно, потому что это логично. Наши тоже будут истекать, и они будут истекать. Псионику, друзья, я не трогал, не будем мы, и не показывать сообщения о панике в пришельцев не буду я. Я не должен знать, паникуют они или нет. Из модов включен только мод, когда пришельцы подбирают оружие, и рандомные тарелки и ган мили, это вручную прикладом можно двинуть, возможно, это нам не понадобится, но на всякий случай я включил. Все остальное будет как в оригинале, все как в оригинале. Окей, новая игра, сверхчеловек, стальная воля, без сейвов вообще, то есть как идет, так и играем. Понеслась, друзья. Ставим нашу базу. Значит, ставим базу, как я обещал. Конечно же. Мы поставим ее. Где же оно? Вот сюда чуть-чуть. Вот поближе. Как оно закроет там? Москву, Россию закроет? Не, ну надо как-то ближе к Севычу. Но, блин, ну надо как-то вот сюда. И Париж, Лондон, Мадрид не сможем закрыть, да? Не сможем. Ну ладно, ставим в Крыму базу, в Крыму, и назовем ее, наверное, Good Luck, потому что, друзья, я в эту игру не играл уже лет 15, и на Суперхумане, Iron Man, наверное, мне тут расскажет сейчас первая же тарелка, которую мы словим. Ставим ангары. Нельзя строить здесь. Почему? А потому что должны быть связаны все наши эти, так, ангары вот здесь. Это нужно так сделать, чтобы защищать базу, судя по всему. Ну, потому что если на базу нападают, то нападают через лифт и через ангары.
Так, и далее что ставить? Склад, конечно же, ставим здесь. Жилые модули ставим здесь. А от жилых модулей уже пойдут мастерские сюда. И вот эти сюда. И радар. Ну, радар можно тоже здесь поставить. Отлично. Новое сохранение. Единственное. Ну, давайте назовем ее Джош. Джош, естественно. Джош первый. Потому что нашего командора будут звать Джош. И сейчас наш командор заступает на пост. На пост 1 января 1999 года. 12. Отлично выспался. Скушал вкусный завтрак. Плотно позавтракал. Яишенку, конечно же. Хуанита, секретарь нашего командора, принесет сейчас ему кофе с одной ложкой сахара. А мы начнем, друзья, смотр нашей базы. У нас на руках 4 145 тысяч. Можно сразу заложить новую базу. Есть информация по базе солдаты 0 из 8. 8 только есть. Это мало. Мало, друзья, нужно больше. Так, жилые модули. Можно еще туда запихать еще. Ты сколько? 22 человек. Можно запихать. На складах мало места. Нужно строить склады. Лабы мастерские у нас пустуют, ангары все заняты. ПВО силы у нас нету, и это понятно. Ох, ой, забыл совсем рассказать вообще, во что мы играем. Это, друзья, XCOM. XCOM самый первый, но только это Open XCOM, уже переделанный. А по ходу пьесы я буду вам объяснять. Игра 93-го года. Вот, и когда она вышла, она просто перевернула вообще мир. Значит, это стратегия, в которой мы должны отражать инопланетную угрозу. Ну, я думаю, вы все прекрасно знаете, что это за игра. Мы закупим, наверное, солдат штук 10. Так, это уже 400 тысяч, господи. Нужно закупить ученых еще 10 штук. Это уже миллион мы тратим, да? Не помню, лавина пускала, а я еще украинский хотел включить язык посмотреть, но я забыл почему-то. Забыл. Ладно, я потом переключу. Нельзя вот еще во время записи переключать фильтры и какие-то штуки менять, потому что запись обрывается, это я уже понял. Авиапушка нам не нужна, нам нужно купить, наверное, установку лавина, наверное, две штуки, и ракет побольше. А, уже нету места на складах. Ну, давай тогда одну штуку купим. И места тоже недостаточно. А танк-пушка, можно нам танк-пушку? Нельзя, господи. Нам нужно, значит, срочно строить новые модули, друзья. Я сейчас буду все вспоминать. Возможно, мы даже с первой попытки не пройдем, потому что... Возможно, мы, ну, потому что не помню я уже, что к чему, но буду вспоминать. Первым делом точно нужно дальний радар строить. Давай его построим вот здесь. Далее, нам нужны еще жилые модули. Вот здесь нам нужны еще лаборатории, мастерские. Наверное, пока что можно перебиться. Изолятор пришельцев обязательно здесь поставим. Склады нужны, друзья, нужны склады. Причем складов нужно побольше. Ракетную ПВО, не знаю, есть ли смысл ставить на этой сложности. Возможно, съесть жилые модули, может, побольше или лаб побольше сделать. И мастерских, вот даже не знаю, уже миллион остается на самом деле. Сколько стоит? 750. Ну ладно, построим еще лабы. Хорошо, теперь мы можем продать и уволить. Что мы будем продавать точно? Пусковые установки скат. Нет, это оставим. А вот авиапушки мы продадим, они нам не нужны. Авиапушки нужны, чтобы сбивать маленькие кораблики. Пистолеты мы тоже все продаем, не буду ими пользоваться. Так, надо все это... Подожди, ты продал? Продал, да. Тяжелая пушка, автопушка, не помню, какая между ними разница. А, еще нужно же гранат закупить, господи. Пусковая установка лавина у нас одна есть. Лавина, это, по-моему, аваланж как раз. Да, отмена. Давайте посмотрим, снарядить корабли. Да, вот у нас есть два перехватчика и у нас есть рейнджер. Это десантный корабль. Скат и авиапушка. Вот эту авиапушку давай заменим на лавину. Одна лавина у нас есть. Пусть будет здесь одна лавина. На перехватчике номер два. Скат и авиапушка. Нет, давай второй скат поставим. 6 зарядов в нем хорошо. В рейнджере солдаты к солдатам попозже. Господи, сколько здесь всего. Это такая игра, друзья. Это просто лучшая игра вообще.
которая, ну, в плане стратегии, которую могли бы придумать. Гениальная игра, просто она занимала, по-моему, 2 мегабайта или 3,5 мегабайта, на дискету помещалась. Ну вот, сейчас немножко больше. Так, исследованием, да, мы здесь будем исследовать. Я теряюсь, и я очень сильно теряюсь, потому что у меня такой порыв ностальгии, капец. Лазерное оружие, сканер движения, медкомплект. Лазерное оружие открывает ветку лазерных всяких оружий. Пистолеты, винтовки, потом оружие для кораблей. Сканер движения нужен, чтобы мы могли определять, где противник на тактической карте. Медкомплект, чтобы, естественно, лечиться. Пойдем, наверное, через лазерное оружие. Проект запущен. 10 ученых. Место в лаборатории доступно 40. Угу, ученых занято 10. Я думаю, пока что нет смысла строить еще одну лабораторию, да? Или нет. Так, надо закупиться. Теперь мы можем закупиться. Мы должны купить точно осветителей. Они дешевые, мы их возьмем сразу 20 штук. Они будут нам нужны на эти сенсорные гранаты еще есть, господи. Электрошоковые дубинки дорогие достаточно. Давай возьмем 3 штуки. Гранаты, дымовые гранаты, это понятно. Тяжелая пушка, бронебойные, ракетные, зажигательные. Автопушка точно такие же. Бронебойные, ракетные, зажигательные. Ракетная установка у нас одна есть. Легкая ракета, тяжелая ракета, зажигательная ракета. Возьмем ракет. Возьмем и тяжелый, и зажигательный точно возьмем. По 5 штук пусть будет. Я надеюсь, в складах места хватит. Винтовки у нас что, 2 есть или уже снаряжены? Непонятно. Непонятно. Ну, давай возьмем магазинов к винтовкам. На самом деле 10 штук или 15 даже. 15. Танк еще не можем. Не можем, потому что нету места на складах. Да, танк не можем. Первую миссию, наверное, придется играть через солдат. Но ничего. Так, все вроде бы сделали. Закупили производство. Мы ничего производить еще не умеем, потому что мы ничего еще не исследовали. Снарядить корабль. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Снаряжение. Автопушка, ракетная установка, граната. Дымовухи у нас есть. Хорошо. Дымовухи 5 штук за это. Гранаты тоже сюда. Давай 10 штук. Пистолеты убираем. И продадим винтовок. 6. Нет, 6 хватит. 12 магазинов, тяжелая пушка пусть одна будет. Я вот не помню, какая из них лучше, или тяжелая, или автопушка, поэтому мы будем экспериментировать. Бронебойный магазин, но автопушка это такой пулемет, как там было, это ракетная установка, конечно же, и ракеты, легкие ракеты, это не то, что нужно, но снаряжаем. Далее, экипаж. Анджей Войчик. Ну, сейчас мы их переименуем, конечно же, друзья. Вот какой самый большой прикол этой игры. Можно переименовывать солдат, и это будете все вы. Тут уже Джоша не будет. Джош будет командовать этим всем. Так, и мы... Транспортировка. Вот, название региона. Отмена, подождите. Здесь где-то еще было... Информация по базе, транспортировка. Вот время прибытия нам показывают. 72 часа. Это солдаты, ученые, пусковые установки. Это все вроде бы мы заказали. Склад. Показано, что есть на складе. Мы еще, кстати, из корабля вытащили эти штуки. Сейчас их продадим. Я немножко буду теряться, потому что я не помню еще. Вот пистолеты. Но я вспомню. Все, вспомню, как тут надо еще делать. Авиапушка, да, мы ее сняли с корабля, продаем ее и снаряды, отлично. И идем в солдаты. Ух, Анджей Войчик, поляк. Значит, ролевые элементы присутствуют в игре. Есть у нас у каждого солдата характеристики, очки действия, выносливость, здоровье, храбрость. Ну, а Анджей Войчик сразу видно, что трус, невероятно, 10 только храбрость. Реакция 40, делать точность выстрела 54, ну так себе. Точность ближнего боя 28, сила 20, мало может носить. Анджей Войчик, ну это будет у нас точно штурмовик, потому что это, вот, штурмовиков мы будем помещать буквочкой А, и первый я обещал, и да, Матвей Шкотняр, Матвик пойдет первым. И из самолета он тоже будет выходить первым, потому что Матвик мне писал, а как это ты так собираюсь играть без сохранений в эту игру еще и на самом
сложном уровне сложности. Я говорю: Матвик, ну раз ты так не веришь в мои командирские тактические навыки, то будешь из самолета первым вылезать в качестве штурмовика. Далее, это непонятно, кто или парень, или девушка. Здесь невероятная точность броска, это гренадера надо делать. И сила хорошая, это хэвика даже можно сделать. Господи, это нужно точно делать хэвика. Хэвик это будет с тяжелым оружием. Ну, это, конечно же, будет Петрович. Петрович, потому что Петрович у нас большой парень. И да, Петрович будет хэви. Сила 36. Точность выстрела, правда, отвратительная. Ну, Петрович, будешь из гранатомета тогда раздавать. Здесь тоже сила неплохая. Давайте, кстати, оценим, у кого самая большая сила. Вот здесь есть Ева де Буер. Это девочка, судя по всему, с силой 35. Но вот здесь Бия Антуи с силой 38. Я погорячился с Петровичем, судя по всему, да? Угу. Но точность у них выстрела не так себе. Ева де Буер и... Бия Антуе, но это непонятно, это вроде и парень может быть, но вот это точно девочка, но с такой силой это будет, друзья, Куничкина, Куничкина, точно, Кристинка, будешь вторым хэвиком у нас, Куничкина, ну, Куничкина, так, далее, это непонятно кто, давайте, Матвик Петрович, здесь у нас кто, точность выстрел, что-то у нас нету, снайперы не выпадают, вот это тоже силач. На самом деле, может гренадера какого-то сделать, но нам не нужно столько хэвиков. Петрович, сила 36, давайте больше 35 делать хэвиков. Это будет у нас обычный, наверное, штурмовик, да? Но бросок здесь хороший. Бросок хороший. Делать ли гренадера или нет? Да нет, просто будет штурмовик. Кто это будет? Ну давай, Колян, аскет, пойдешь. Пойдешь тоже с Матвиком. Коля, аскет. Так, готовченко. Далее, Санни Муштоен. Здесь, ну, храбрый такой, очки действия неплохие. Точность выстрела 47. Давайте по точности посмотрим. Вот 60, следующий будет снайпер. А это будет, еще, не, это будет, ну, давай, Димыч, будешь ты. Будешь тоже штурмовиком. Вареник, Дима Вареник. Пойдешь штурмовать тоже пришельцев. Вот, а кто же будет у нас снайпером? Хачиро Ямашита. Кто у нас любит аниме, друзья? Не знаю, точность выстрела и броска неплохая. Да и храбрый, вообще великолепный боец. Я даже не знаю. А давайте, кто у нас там очень любит аниме? Вот не помню я, кто из моих друзей любит аниме. Но это точно снайпер должен быть с такой точностью. 60, буковка С. Пусть это будет, а пусть это будет Паша Ролл. Паша, да. Будешь, Паша, из винтовки стрелять. Далее, Ядвига Левандовская. Угу, это девочка. Тоже снайпер, потому что точно 60. Ой, кто же сейчас в Польше? Да все в Польше сейчас, все переехали, да? Пусть это будет Мырка. Мырка будет стрелять из винтовки, представлять наших польских друзей. У нас интернациональный отряд будет, друзья. Так, Куничкину мы сделали, здесь тоже силач, еще один хэвик получается, ну, хэвиков много не бывает, так что сделаем хэвика. Кто же это будет, ну, непонятно, девочка это или мальчик, давайте Таньку сделаем, бу-га-га, вроде бы так писался ее никнейм, Танюха, да. И все, закончились у нас, друзья, один... Так, три хэвика у нас получается, два снайпера и три ассалта. Маловато. Медиков еще не делаю, потому что это... И снарядить корабль Рейнджер 1, экипаж. Вот, Матвик первый пойдет, это да. Вы можете писать свои никнеймы или имена под видео, будем вас добавлять в отряд. Потому что, друзья, это такая игра, тут всех, все просто умрут. И тем более на этом уровне сложности точно все умрут. Угу. Ну все, можем переходить на Глобус. И немножко еще можно рассказать об игре. Значит, в 93-м году она вышла. Это Глобус, это вся планета Земля нам здесь показана. Мы организация XCOM. Мы отражаем инопланетную угрозу. Вот, мы, значит, в игре два режима. Стратегический, это когда мы закупкой, вербовкой занимаемся, изучением
каких-то новых технологий. И второй режим тактический. Вот это и было. И аналогов игры практически нету. То, что вышло там дополнение, они хорошие, но они все равно не дотягивают, потому что вышел потом модификация Long War, чтобы опять вернуть к этому всему. И вот это самое первое, Уфошечка считается лучшей. Лучшей просто. Можно проматывать время. Я думаю, мы вроде бы все сделали, что нам нужно. И можно потихоньку мотать время. Уже хотя бы одну миссию словить. Давайте 30 минут. Видим, НЛО номер 1 обнаружен. Размер очень маленький. Высота большая. Направление юго-запад. Скорость 1628. Перехват, конечно же. Этот готов, этот на перезарядке. Никаких перезарядок сейчас. Он летит к нам, судя по всему. Ну, пробуем его перехватить. Второй цель НЛО-1, да, незаряженный тоже полетишь. Не помню, как на этой сложности перехват. Все, на вылете, все. Перехват, ну. Отмена. Минуту включаем. Летят наши два, сразу посылаю на перехват. Начинается бой. Давай стандартной, осторожной атакой. Мы не знаем, с чем мы столкнемся. НЛО уничтожен, великолепно. Первый НЛО мы сбили, но на самом деле... Не все так просто будет, нам тут не только нужно их сбивать, нам нужно будет их друзья еще и исследовать. Возвращаются перехватчики на это. В чем суть игры? Суть игры в том, что есть у нас финансы здесь. Нас финансируют страны, наш проект XCOM. Если мы будем плохо действовать, то нам урежут финансирование и могут проект вообще закрыть. Тогда будет ГГ. То есть по экономической составляющей можно проиграть. Далее, пришельцы будут разноплановые очень миссии выполнять свои. У них какая-то там есть задумка, и они своему плану следуют. Мы должны им помешать и узнать, что же хотят на самом деле пришельцы. Есть НЛОпедия, корабли XCOM вооружения, но это все я буду читать, если что-то какое-то с чем-то столкнусь с тем, что я не помню. Вот деятельность пришельцев есть, а мы еще не знаем ничего. Есть модули базы, это стандарт, который мы знаем. Есть тяжелые боевые платформы, но нам мы еще не можем ничего сделать. Мы должны строить базы, и вот мы должны перекрыть всю планету, чтобы ну, следить за деятельностью пришельцев. Вот. Это, значит, глобальная составляющая. И вторая составляющая игры — это тактические сражения. Тактические сражения, когда наши перехватчики сбивают тарелки. Это в основном будут такие миссии. А наш рейнджер, наш самолет десантный, будет десантироваться на места. И мы будем сражаться с этими пришельцами. Вот. Но это далеко не все миссии, которые будут в игре. Так, магазины к винтовке прибыли, тяжелые ракеты, зажигательные ракеты, электрошоковая дубинка и осветитель. Дымовух здесь забыл купить. Перейти к базе, закупка, вербовка, дымовые гранаты надо купить. Дымовые гранаты. У нас денег мало, очень мало денег, господи. Окей, исследование как там идет, неизвестно. Прогресс отвратительно идет, потому что я еще не мотаю. Снарядить корабли. Рейнджер 1, снаряжаем. Экипаж 8 человек. Новый еще никто не прибыл. Снаряжение еще сюда. Электрошоковая дубинка нужна, чтобы вырубать пришельца. Но мы не сможем его захватить живым, пока у нас не построено... Насколько я помню, это специальное здание, в котором можно... Пришельца, значит, держать. Легкие ракеты продаем. Легкие ракеты все убираем. Тяжелые ракеты загружаем. Нам нужно две ракетные установки. У нас есть только одна. Зажигательные ракеты загружаем туда. Если будут ночные миссии, буду пользоваться зажигательными ракетами. Тяжелая пушка одна, это на двух хэвиков. У нас три хэвика, значит, еще одна автопушка есть. Надо тогда купить ТТП-ракеты. Что это такое? Вот это надо сейчас посмотреть на самом деле. Осветители все. Осветители нужны будут как раз. Уже места нету в корабле. Ну-ка, глобус, НЛОпедия. Давайте посмотрим. Тяжелое оружие, снаряжение. Автопушка. Вот бронебойный, фугасный снаряд и зажигательный. Фугасный, это тут взрывной, наверное. Зажигательный это, ага. ББ, Ф и З. А тяжелая пушка тоже фугасный и зажигательный. Но тяжелую и автопушку могут нести парни, которые имеют большую силу. Значит, закупка, вербовка. Еще раз давай купим этих фугасных снарядов R.
почему-то называется. Ну давай штук 5 купим таких. 5 таких, я не знаю. Или там магазины нужны. Ну давай еще 5 таких. Это мы тратим 10 тысяч, неплохо. Неплохо. Так, а по гранатам у нас, кстати, как? Нужно еще посмотреть. Гранаты будем, друзья, метать. Ух, будем тут все взрываться будет просто. Я еще и поставил взрыв объемный, так что тут будет просто все неимоверным образом взрываться. 2 января мы сбили уже одну тарелку. 3 января очень маленький, НЛО номер 2. Идем на перехват. Перехватчик 1, цель НЛО, он идет в нашу сторону. Я думаю, можно и перехватчик 2 тоже посылать, чтобы увеличить шансы. Включаем 1 минуту, идет перехват. Он над водой. Ух, он улетает, у него высокая скорость. Есть же, давай, осторожной атакой. Это маленькая НЛОшечка. Уничтожен, да господи. Видите, не всегда нужно пользоваться этими ракетами. Этими ракетами Аваланж. Кстати, у нас же должны были, друзья, прибыть ракеты. Или еще нет, базы снарядить корабль. Тут видите, заправка у корабля, да, топливо расходуется. Скат лавина. Видимо, эти скаты нужно, чтобы маленькие корабли. Давайте вот этот корабль действительно оставим со скатами. Мы можем поменять? Нет, еще не пришла, тем более ракета. Будем второй перехватчик посылать, чтобы такие маленькие кораблики тоже сбивать. Потому что нам нужно... Время миссии мы... Вот, наконец-то лавина вторая прибыла. Дымовые гранаты и магазины. А солдаты, кстати, почему не прибыли еще? Потому что я медленно мотаю. Снаряжаем корабль Рейнджер 1. Так, ну давай вот эти 2 таких магазина. 2 таких. Это магазин, да? Магазин, значит, не нужно по одной ракете. Один магазин, значит, несколько патронов. Легкие ракеты можно продать. Зажигательные специально купил. Дымовухи давай все. Окей. Уже места очень это. И продадим. Что нам не нужно? Бронебойные магазины. Не знаю, надо оставить, наверное. Легкие ракеты нужно продать, они не нужны. Легкие. Ну, зачем ракету легкую? Ну, это не серьезно, я считаю. Мотаем время, что-то пока что все очень просто проходит. Давайте часом мотать. Так, вот новые солдаты, и можно их называть, конечно же. Лазерное оружие готово, неужели так все быстро? Лазерный пистолет. Теперь мы можем исследовать лазерный пистолет, окей. Стой, перехват нет. Базы. Давай, исследование, новое исследование нужно запустить, друзья. Давайте, конечно же, исследуем лазерный пистолет. У нас много места, старт проекта, но денег у нас нету денег. 500 тысяч осталось, это НЗ. Сколько стоит построить новую базу? Сколько стоит? Там, по-моему, более миллиона. Не, отмена, пока что не будем строить. Во втором месяце попробуем заложить. Что еще? Солдаты новые прибыли к нам, давайте их осмотрим. Сразу здесь у нас с неплохим броском. Хейке Клейн, господи, ну не знаю, даже будешь простой штурмовик, паренек, потому что это, и кто же это у нас будет? Кто это у нас будет? Надо список на самом деле написать, потому что я хотел всех назвать, а уже всех забыл. Ну пусть это будет Джей, например, Джей, я не помню, ты так пишешься или нет, будешь так писаться у нас. Верендер Хан какой-то. Точность выстрела неплохая, точность броска. Ну, раз ты такой у нас Хан, это индиец, наверное, какой-то. Друзья, можно же еще их называть на самом деле именами каких-то знаменитостей. Почему бы и нет? Будет Волтер Собчак у нас из великолепного фильма «Большой Лебовский». Волтер Собчак пошел, будешь снайпером, конечно, потому что в Корее он там был или во Вьетнаме, не помню. Кристиан Хасунд у нас, точность выстрела 65, это топовый снайпер просто, господи. Давай, ты тоже будешь снайпером, только вот так. Будет тогда, будет Роланд, будет, конечно же, не Ро, а Ро.